До трех побед! Вербицкий Иванов, стол номер 5. Вот он, финт Савинского сработал против Мухина. Хорош. Африканский удар видел в исполнении конечно, Мухина? Видел. Конечно, видел. Прекрасное исполнение на канале. Закрытый стороной. Каковы шансы Мухина? Ну, неплохо играет. Конечно, очень неплохо. Неплохо. Женя молодец. Молодец, Женя. Давай. Своеобразная техника, конечно. Вот он. Африканский удар номер 2. Йоли! Это прямой, закрытой стороной. Женя все знает, но тем не менее Александру удалось обмануть Евгения. Красавчик! Да, не поленился Александр зайти под мяч и неотразимо пробил по диагонали. Oh.
надо торопиться. Быстрый, быстрый. Вращать. Ай-яй, хорошая подачка. Близкая подача. Обманул. Да. Опять африканский удар. Да, но не очень сильный. Да, вот это точно. Да. Да. Отлично. И тут Савинский ошибается на подаче. Ай-яй-яй, перевращал. Перевращал. Весь этот матч с нами были Роман Щелканов и Дима Веселов, но он ушел уже. Хорошо, спасибо. Евгений, что не получалось в этом матче? Чего не хватило для победы? Чего не хватило? Спешка. А куда ты торопился? Куда ты торопился? С соперниками. Вот, будем работать. Есть над чем. Вот, но Африка, как говорится, дает о себе знать. Вот и молодец, хорошо.